Хорошая новость. Детский центр оказания специальных социальных услуг в Талсуате признан лучшим медико-социальным учреждением страны. Это результат огромной работы специалистов по реабилитации детей-инвалидов. Айгуль Токенова работает в реабилитационном центре уже 10 лет. За это время все дети стали родными. Каждому из них у нее особый подход. Для каждого найдется ласковое слово. По труду – награда и уважение. Чтобы наши дети не болели, были здоровы – это главная наша забота. Государство создает все условия для этого, и мы прилагаем все усилия во благо наших детишек. В центре 135 детей в возрасте от 3 до 18 лет. С ними кропотливо работают и радуются их успехам – педагоги, психологи, логопеды. Как итог, центр признан лучшим медико-социальным учреждением страны. Областное управление координации занятости и социальных программ отметило это достижение благодарственными письмами. Это радость, конечно же, заслуга сотрудников нашего центра. У нас работают 219 человек. Оказываем услуги по 8 направлениям. Большая работа ведется по социализации детей. Особо хотелось бы отметить поддержку руководства области. Праздничная программа в честь работников социальной сферы завершилась концертом. Алина Параджанова, Камжан Жолтаев, Талгат Сыдыков, Даур Берікбол, телеканал Кызылорда.